Gingerbread. Семьдесят пять? Я это 150. Максимально. Максимально приближенно меня... сказал. Не, я просто помню, брат... что 500 долларов это около 50 тысяч рублей. Примерно. У меня твой родный брат дилером работал, там как раз у нас вот в Латвии как раз таки от 2000 евро и ходит в казино. Типа начальный капитал. Начальный капитал прожиточного минимума? Просто казино. Вот куда бабки вкладывали, блять. Рублями, блять, и в надежде что-то выиграть, потому что на 5 рублей ты фишек не купишь особо. Схуяли. А что ты купишь за 5 рублей, Паша? Я спинжу фишки. Что ты купишь за 5 рублей? Нафигу твою нам 5 рублей. Паша, что ты купишь за 5 рублей? 5 рублей, 5 рублей обмотать гримовым гипсом и превратить ее в жетон, блядь, от казино. У вас в России фишка... Самая начальная 500 рублей. Фишка, кстати, хорошие сухарики. Нет. Неплохие довольно-таки. Да, хорошо. Молодец. Почему Кузя, блядь, никогда не меняется? Объясните. Почему Кузя долбоёб? Кузя никогда не меняется. Вступление Fallout. Что вот то, что я сказал про Катю, да? Это, блядь, вот по-твоему, Паша, резонно то, что я сделал? Или нет? То, что я вот очищаю историю сообщений после того, как я считаю, что вот все, на этом общение заканчивается, мне это уже не надо, я с этим человеком переписываться больше не буду. Я так со Сберкотом поступил, пошел он нахуй. Ну это база. Сука, мы больше не общаемся. Процесс отключения запущен, охраняй детектор. Взрывчатка обнаружена. Ух ты. Слился лох. Ты кто-то говорил. Смотри, меня первого поднимаем. Ты меня поднимай. Да, да. Да, да. А вдруг ты ее сейчас убьешь? Да. Ну все за тебя, Дэн. Все за тебя, блядь, Дэн. Вот ты, блядь, нахуй бот, блядь. Все мозги прожрал, нахуй. Рука базе. Фу, блядь, фу. Блядь, хватит ногу трахать. Да заебал. Бля, кстати, вчера пил чай, Ричард, невкусный пиздец. Ты зачем ты с отцом общаешься, блядь? Подожди, а как из фразы, блядь, трафуни не трахуй ногу, вы что, блядь, в чай Ричард вообще? Что? Пошли под пушу, мне похуй, я заебался. Да я вспомнил, что вчера чай пил. Когда тебе начали ебать в ногу, чел, блядь, как это связано? В этом вопрос самый главный. Давай, подсасывай этих мразей. Она лутается. Спецфайер! По месту, блядь! Беги, беги, просто беги. Все, я на отхил. Всем пока. Блядь, Кузя, что ты за звуки издаешь? Блядь, это просто берсерк ебучий, блядь, какой-то. Там один раздамажен вообще в кровь. Пошли пушить, я убил одного. Пиздец какой-то, как так можно, нахуй? Бля, я всегда предполагал, что сука, Кузя, это орк ебаный. Менты едут, блядь. Это слово на мигалке. Это как знаешь, это Серег, если ты делаешь так. Если ты делать плавно без вот этих перепадов звука, то это получится как та пластиковая трубка с металлическим шариком внутри. Блять. Просто, блядь, трубка мира, нахуй. А не тут, а не здесь. У меня на виду. Это пиздобол, Паш. Это ты, я сказал. Ебал, закрой, 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 закр
чтобы устроить здесь полет. Супер спасибо. У я, блядь, Леди Баку супер спасибо, блядь. Леди Бак, блядь. Блядская пчела, сука.
А ты это, блядь, там, кижу блядь. Вообще-то, блядь. Она божья картошка, ёб-ё мать. Сука, вроде красивая умная тёлка, блядь. Оказалось бы, блядь, обычная божья коровка, нахуй. Пиздец. Это, блядь. Божья коровка, супер спасибо, блядь. Блядь, какой-то... Цирк уехал, и клоуны остались, блядь. Это какой-то, блядь, ремастер от Лунтика, блядь, или чё это такое, блядь? Да-да-да, чё ты за то... Блядь, новый мультик на карусели, сука. Это блядская карусель. Дома. Они тут, я знаю.